наконец-то, ребята. Что там у нас? Друзья, Безвичин на связи. Нарешті вирвались на рибалочку по ранішньому хищнику. Знаходимося ми на Київському водохранилищі. Попробуємо на зорки, ну, на восході, подубасить його. Що буде, то побачимо. Вже тут ми не раз були, завжди були результати. Подивимося, що буде цього разу. Так що, ребята, їх останні чешуї. Пішли ми робити перший заброс. Поїхали. Най-най-най-най. Привет, Андрей. Так, ну що, перший забросик. Так, ну і покльовочка. Під берегом, мабуть, окунь. Зараз ми його задовбемо. Опача. Все, ладос обрибився. Оп. Вітаю з почином. No. От так от. Ну, Ігор Володимирович, що скажете? Ну, следующий. Місяць без рибалки. Ух, йо-йо-йо-йо. О, вон. На камеру, так? Да, на камеру, да, бабахну. Виїхати. Риба єсть, ловить надо її. Да. Зараз будемо питатися ти искати ключ. Ти стіш владу. Водос немножко обрыбился, по крайней мере, один зачет, не зачет. Да какой зачет? Но сам факт того, что факт поклевки был, присутствовал. Соответственно, пытаемся его что? Обделать с другой стороны, так скажем, приманками. Так, ладно, ладно. Это все понты. Не, подожди, я же еще не... Я же тоже рыбачить хочу, ёлка. Так понятное дело, так блин, присаживайся и рыбачь. Точнее, забрасывай и смотри на меня. Окей. Окей. Пока тина морская приходит. Почему морская, объясню, потому что мы на Киевском море находимся. Какой парапет не скажу, но мы на парапете. Секретные приманки. Братан мне подогнал Костик в виде. У меня... Костик, привет. Да. Костику привет обязательно, чтобы он заметил. Що не все так просто. Не тільки на острові клює риба. Це не так просто і очевидно, як кажеться на перший взгляд. Да. В першу чергу, це 100%. Упираємося. Зараз ми дождемося, як мінімум, ще один вихід. Так от, що вам сказати? Судак поки мовчить, але ми опять же. Первый раз за этот сезон выезжаем на это место, хоть не первый, по сути, по годам как посмотрим, это вот. Что можно еще сказать?
Ждем-то и все. Плотный и нервный. И он обычно под берегом бывает, что самое парадоксальное. Не сдалека, не-не-не, не на дальний брод. Он, сволочь, клюет только здесь, сблизи. Сблизи. О. Так, ладно, надо работать. Да, давай. Так, ребята, рыбка гуляет, конечно. Так, ляпает. Что у нас? Поклевка. У меня два тычка. Влад одного взял, ну, жбенник. И у меня две поклевки. Рыбка гуляет, но пока что... Но есть присутность, уже хорошо. Ждем. Мне жадко сделать. Мало, у тебя пузо видно. Ладно. Сейчас, подожди, заброс. Что такое? Удар был. Что? Удар был, да. Кувач, 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 есть. Что-то маленькое, но есть. Наконец-то, наконец-то. Ребята, что там у нас? О! И красавчик. А ну поассистируй-то. Подержи. Без матюкивчика, бо я задолбусь. Да без питания. Запикать. О. Что? Резина правильная. Да. Никому не скажем, как называется, но очень красивая. Вот такую херню. Ну что? За папку, за мамку? Да, да, да. Хоть и перший. Отпускай, только не подходи сильно близко. Влад, воно воздастся, я тобі говорю. Чувак, сорян. Блін, прибив. Прибився, блін, йомаю. Давай лаптем. Телефон виложив, ні? Да. Ні. Все, та пішов, пішов. Все, пішов, хорошо. Все. Пішов. Есть, спасибо. Все, это лайк. Это лайк, да. Сработал. Блин, конечно, трошки сам себе навредил, но ничего, дійде. Ну что, ребята, есть один хвостик. Ну, как есть. Отпустили. Хотя и говорить першого нельзя. Ну, Владик, кто такое. Такого надо отпускать. Рыбачим дальше. Поклевки были, блин, ну как всегда на камеру ничего снять нельзя, не хочу на камеру. Сейчас будем дальше пробовать, пока что у нас 6.31, ляпая по чуть-чуть. Будем пробовать его ловить. Хочется окушка такого хорошего, он тут есть. Я в прошлом году тут килушки вытягивал. Так що будем рибачити дальше пока що. Ну, часика два, я думаю, ще порибачимо. Подивимося, що воно нам покаже. Цвіт ми викупили, на який він клює. Ну, тут же ж бабка надвоє гадала, скажімо так. Ну, воно теж, блин, у метрів 100 ляпає. Ну що, хлопці, були покльовки? Так, що тут буде, наверное. Понятно. Давай, 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 давай. Та ні, що-то непонятно.
Нет, трава. Вот такая херня на Киевском море клюет. Дискуссия идет. Кто на что зловил? Вот такой вот клюв. Влад аж отвернулся. Стесняется. Все, ребята, закончилась рыбалочка, такая быстро получилась. Взяли по одному хвостику. Игорь, конечно, ничего не взял. Ну, наказал ее, конечно, по-другому никак. Такая, ну, двухчасовая, ну, может, три часа порыбачили. Все, дивіться, Київське водохранилище. Ну що, ребята, вибачаюся, що того відео не було сімейні обставини. В дальнішому буде побільше відео, я сподіваюся, раз у тиждень так точно буде виходити. Причому скоро сезон піде, осіння, а за ним зима, а ось зима то взагалі капець. Будемо старатися побільше знімати. Так що, ребята, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Покида, спасибо за внимание. Ладно. Всім добра і блага. И наконец, надо ж перелезть через сей поребрик. Фух.